Мы приехали в аквапарк. Ты бывал в аквапарке? Я не знаю. Называется Андаманда. Вроде как самый большой на Пхукете. Самый большой на Пхукете аквапарк. Сейчас проверим. Тебе уже нравится? Ты еще даже не зашла внутрь. Мы проверили сумки. У нас проверили сумки. И сейчас мы идем на... Здесь какой-то коридор такой. Да, нужно пройти. Вот так вот идем. Там будем покупать билет, да? Итак, у нас вот такие вот чипы. Амеля, покажи свой. Да, и сейчас мы проходим по турникету. Представляем чип вот сюда. Так, смотри. И все, и мы проходим. Свободно. Нет, с часиками здесь. Сейчас мы спускаемся по эскалатору. Никаких напитков сюда проносить нельзя. Так что все очень быстро выпивают воду на входе. Амелия нашла уже подружку. Бежим, пока она не видит. У нас есть шанс побыть вдвоем. Да. Ага. Так, сейчас мы прикладываем браслет. Ну? Регистрируемся. Опять прикладываем браслет. И смотрим, какие свободны. Например, нет, седьмая, это занято. Они тупые. Это невозможно никуда ездить. Окей. Вова тупит сильно. Я туплю. Давай на выбор. Девятый выбирай. Все, девятый открылся. Сейчас мы складываем сюда все вещи. Давай, складывай туда. Ну что, переодевайся, и сейчас мы все, будем... Переодевайся. Амеля, ты готова? Давай. Надо переодеться. Ребятки, смотрите, как должна работать правильная и классная, адекватная система замков. То есть, смотрите, вот ящичек наш мы открыли. У нас есть вот такая штука. Я уже забронировал, но мы покажем, на как открывается. Вот open. О. И вот там открылось. Он раз, закрыл. Ой. Ну, все, закрылось. Не открывается. Классно, все. Идем отдыхать. Так, мы идем переодеваться. Вот здесь. Так, я, пожалуй, здесь, наверное, останусь, потому что здесь только для вот таких вот людей. Полэйдис. Я не похож на лэйдис. Там мужская. Мне не надо переодеваться. Я уже готов. Давай. Какой-то дракон! Дракон! Не переживай, давай. Короче, мои девочки пошли куда-то туда, с Амелькой, на горку. А, вот уже ей не разрешают на горке. Так, ага, не разрешили на горке. Ну, короче, такой детский городок. Нам надо найти место где-нибудь, где прилечь. А, вон, мы сейчас туда пойдем. Прилядем. Чтобы солнышко не было. Пустят ее? Ну-ка. О, пустят. Или не пустят. Поехали! Короче, понравилось мне в трубе. Первый раз в жизни. Ну что, как в трубе? Следуем дальше. Аквапарк. Мы ушли из малышковой зоны. Ну, походу мы придем сейчас опять в малышковую зону. Вон, на кругах кататься. Да, сейчас пойдем просто кататься вокруг. Стой, Амелия! Так, ну что, мы в Триозерочку приехали. В принципе, такой же песочек, да? Только положено. Не, ну клево. Вот, наверное, раз в 5 минут. Смотри, есть волна какая-нибудь, да?
Вообще мне надо вон туда, на большую горку. Вон туда? Да. Как вот туда попасть? Там не надо. Ну, практически Найхарн. Да? Амелия, ты плавать можешь? Ты плавать пошла? Да. Одна? Да великолепно, вот оттуда прям. Вот прям вот оттуда летел. Скорость была невероятнейшая. Поначалу было немножечко так, ну, сыкотно. Потом, конечно, уже нормально. Ну, прикольно прокатиться. Что, пойдешь? Ну, не знаю. Надо прокатиться. С ребенком не везде можно попасть, потому что, ну, пока она маленькая. А вот в итоге Кристина в таком бассейне с покойником. Пошла поплавала. А я вообще хочу вот на эту горочку. Она, получается, сначала идет вниз, потом наверх, потом тут вон вот так, вот так, вот так, а потом опять наверх. И вот она там вообще невероятнейшая. И еще мне охота, конечно же, вот сюда попасть. Ну, тут, не знаю, это, наверное, очередь глобальная. Это, наверное, на полчасика примерно. Поэтому отдохну. Сгорю окончательно. Как обычно, мы блогеры хреновые, которые не сняли, как мы поели, блин, и что мы поели. Собственно, вот мы поели. Доказательство того, что мы поели. Ну, давайте, что было, да? Значит, карбонара, вот она выглядела прекрасно. Пицца нашей дочки. И какой-то бургер, чтобы росла попа большая. На самом деле, вот здесь вот можно выбрать разные кафешки, так сказать. Еще был чай. Чай вот был, он был, вот чай. И вода. Да, все равно очень вкусно. На все это мы потратили 1000 ватт. Сколько? Заплатили мы с помощью родителей. Да, 1000 ватт. Сколько? Идем купаться? 2700. Так, ну а после обеда началась настоящая жара. Вылезло солнышко. Вова уже прячется от него. Полился немножечко, да. Да, Амелия психует, как обычно. Это постоянно, да, это уже невозможно. Мы уже просто не обращаем внимания. У нас этот иммунитет просто на эти психи. Сейчас все будет проситься, вот проситься ко мне, вот смотрите. Возьми ее, мне ее жалко. А вон там люди ждут волну. Мы идем в бассейн. Так, где-то наш папа сейчас, он будет кататься, ну-ка. Это не наш папа, судя по трусам. Это тоже не наш папа, да ё-моё. В общем, пока я снимала каких-то мужиков спускающихся с горок. А ты мне все время снимаешь каких-то мужиков непонятных, а рядом муж. Она снимает каких-то мужиков, спускающихся. Амелии купили мороженое, потому что мимо Орео она пройти не смогла. Я тоже. Амелия, дай лизнуть. Спасибо. А вот здесь вот люди сидят на баре. Вон там вот вдалеке барчик, можно заказать коктейль. Вот так вот отдыхать, как люди. Что такое, дочь? Привидение маленькое. А вот эта очередь стоит на вот эту горку. Хотя, если честно, я не понимаю, в чем прикол. Ты очень резко падаешь в воду. Мама! Да! Вот такой отдых с ребенком. Я бы сам так попрыгал. Все, Амелечка. Молодец. Скажи thank you. Все, молодец. Вы думаете, она плачет, потому что ей не нравится? Нет, потому что нам нужно уезжать
с аквапарка. Аквапарк закрылся, и она очень расстроилась. Да, Помелька у нас расстраивается, потому что мы целый день на горках, на бассейнах, где только мы не были. Вот, со скольки мы? С 11, да, до почти 19 часов мы целый день были здесь. Поэтому мы очень рады, очень круто, очень-очень... О, bye-bye! Thank you! Thank you! Bye-bye! Короче, клёвый, а вот вообще парень отдаётся своему делу. Опа! Bye-bye! Я думаю, что на этом, наверное, мы закончим. Классное место, приезжайте, хотел сказать, к нам, но не к нам. На Пхукет, Ванда Манда. Bye-bye! Bye-bye! Ой, ещё один идёт. Что, 5, да? Смотри. Опа! Thank you. Bye-bye. Все, bye-bye, ребята.